Дерсом. Хорошо, то пусть стоит, ему виднее отсюда. Подожди, это не Ауро. Нам, пожалуйста, киткат, Орео и клубника. Это будет плюс 50. Угу. Да, да, да. Мы прочитали поняли. Прочитали уже, да. Киткат, туда. Вишка. А мороженое берем молочное или шоколадное? Белое или коричневое? Белое. Белое? Ничего себе, поставь его туда, он хочет снять. Ему не видно будет. Поставить? Да? Есть специальная подставка. Ждет. Что у вас стаканчики не брендированные? Не знаете? Вообще, ну да, надо было бы. Было бы ну, круто, вы что, да? Инстаграм, ну, сейчас бы значит, все. Значит, у нас когда ну, кассир есть обычно, ну, мы подписываем. Там имена пишем. Как в Старбаксе. Некогда. Ну да, сейчас пока мы... А нечем, да, сейчас написать у вас? Вообще есть тут. Было... Напишите нам, пожалуйста, кит напишем, да? Да. Да? Напишем да. Твое? Да что ты ж давай. Мой ник. К-И-Д. На английском кид. Кид. Коротков Иван Дмитриевич. К. Обычная. Да, как русская К. Да, К обычная. И с точкой. И Д английская. Так? Да. Да. А M&M's это... А, M&M's тоже, да, можно? M&M's, да? Да, Сэн? Да. M&M's. Это... Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Погнали, Ваня, уже все. Мама сейчас... За инстаграмится, да. Я зашла. Все, а теперь мы будем его кушать. Да. Да. Возьми я кофе. Спасибо большое. А, Дима, день. Мотор. Да, попробуй, скажи. Намного, намного отличается от обычного. Дело в том, что я бы, если бы себе выбирала, я бы добавила сюда
Баунти и клубнику. А что ты не добавила ваню? Но, а он киткат выбрал? Ну да, киткат и ворот. Такое. Ну покажи еще сюда. Ну честно говоря, Макдональдс вкуснее. Да? Да, Вань. Ну вот стоит это 300 рублей. Не знаю, дорого это, не дорого. Ну не просто двойная порция клубники. Стёклышко? Да. Не, ну, когда клубничка попадается, очень вкусно. Не вкусно? Вкусно. А вот видишь, здесь уже красиво, брендированные стаканчики, мы да? Пойдем туда мороженое возьмем, это мега крутой ресторан. Какое? Такое же мороженое? Пускай да? Он да, нам сделает. И надо будет взять этот капучино у них в большом стакане. Эй, ну Вань! Ой! Товарищ! Товарищ!